Привет всем, кто меня смотрит. Начнем мы заниматься Шинби, но перед этим кое-что исправим. Я обнаружил в главном меню баг один, очень интересный баг, который приводит запуск главного меню в цикличность. Я не знаю, если за мной кто-то повторял, то скорее всего он есть. Значит, сейчас покажу, как он происходит. Вот такая вот ситуация происходит. Выбрасывает главное меню и пишет, что была ошибка, бесконечная запуска этой функции в таком-то блупринте. Вся фишка в том, что в этом блупринте никаких циклов нет, поэтому бесконечно там ничего запускаться не может. И это могло создать проблему. Проблему создавалось в том, что есть блупринт PCBase, который у нас вызывает вот эту функцию loading progress, который еще и неправильно написал. Loading progress complete on client. Да? И есть у нас PC main menu, который тоже вызывает эту же функцию. Ну, вызывал. Loading, да? Вот, вызывал он ее после того, как соберет все виджеты. Вот, так вот, они оба вызывают одно и то же. И оба, если мы пройдем по этой функции, мы обнаружим, что как только если мы сейчас сделаем в поиске, вот оно, у меня в поиске уже стоит, мы просто нажмем поиск и найдем здесь. А, здесь уже loading progress. Да, я исправил. Вот, у нас есть PC base, вот они, эти функции, и у нас есть PC world map, который использует эту функцию, и есть PC main menu в данном случае, да? Event, вот. Вот PC main menu ее использует. Вот, то есть та функция вызывает вот эту. Вот эта функция у нас проходит и вызывается опять то же самое. Мы опять возвращаемся сюда, опять попадаем сюда и опять возвращаемся сюда. Вот он, это тот самый бесконечный цикл, который я не заметил в прошлый раз. Я не знаю, видимо, либо он на 419 работал и не замечал этот цикл, либо я сам не проверил, когда все это соединил. Но факт остается фактом, у меня здесь бесконечный цикл. Вот, эту функцию здесь можно убрать на PC main menu. Вот эту в самом конце, она здесь не нужна, потому что у нас PC base делает все то же самое. Ну, всю эту работу он у себя вот здесь делает. И после этого у нас вот эти вот циклы, они прекратятся. Да, прекратились циклы. Что ж, начну, пожалуй, я с того, что я поставил версию 4.21. Возможно, после переустановки версии выплыли некоторые баги, которые до этого 419 скрывал. В частности, вот этот цикл. Ну, по мере прохождение, может быть, что-то еще всплывет. Итак, можно это, в принципе, закрыть. Значит, что мы будем делать? Мы запускаем главное меню. У нас здесь созданные персонажи уже есть. Мы захотим создать Шинби. И, собственно, переходим на Great Magic. Здесь у нас вот маг. Нам нужно здесь нарисовать выбор женского и мужского пола. Причем, наверное, скорее всего, мы будем делать точно так же, как делают в некоторых MMORPG, то есть здесь два персонажа будут стоять, мужской и женский, и нужно будет тыкнуть на мужского и на женского. Неподготовленно как-то я это крякнул. Ну, я думал просто смену персонажа это убирать на кнопочку, да, и вместо него спавни женского, но очевидно с женским персонажем здесь будет довольно интереснее возможность выбора. Правда, в некоторых MMORPG они не анимированы. Это просто макеты, на которые тыкаешь, и они срабатывают как кнопка. Так, ну начнем. Итак, Шинби. Значит, нам нужно открыть сейчас вот эту карту. Вот она, эта карта. Мапчар.
Вот здесь этот гражданин, который мы будем выбирать. Правда, здесь постамент один, значит, все-таки лучше через кнопку, потому что у нас постамент один. Хотя, ну, второй постамент я не смогу сделать, я все-таки не левел-дизайнер. Мне будет все через задницу криво. Ну, если только их подвинуть. Подвинься сюда. Так, а если мы вот это вот подвинем сюда... да, ну мы же, в принципе, можем действительно вот так сделать. Это мы просто сделаем через Ctrl-W и просто сдублируем. Во. Этот гражданин у нас будет стоять здесь, а гражданочка будет стоять здесь. Да. В принципе, так тоже вариант. Наверное, поближе к центру. Вот. Да. И ты сиди сюда. Вот, и у нас, в принципе, что-то... Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Немножко не туда. Но мне эта идея тоже понравилась. Кто первый, тот здесь. Кто второй, тот там. Нет, это еще сложнее будет. Это мы туда вообще на несколько лет здесь застрянем. Это делать. Еще камеру передвигать туда-сюда. Да. Так, двигаем. 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 Ставим, чтобы у нас оба. Так, это что у нас мешается? Отключим, чтобы не мешалось. Так. 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 Вот так. Создаем персонажа, создаем мага. И у нас вот такая картинка. Да, два мага. Значит, слева мужской, справа женский будет вариант. И, собственно, начнем. Начнем. Значит, Шимби, я в прошлые выходные все свое свободное время убил на то, чтобы понять, что я могу сделать из этого персонажа. Где он у меня находится, там, где тут парагоны. Вот он, парагон Шимби. Значит, и первое, что я нашел, это подходящую анимацию, которая будет проигрываться именно здесь, в меню создания персонажа. Значит, здесь будет стоять у нас не меж, а именно персонаж. Так вот, значит, анимация это называется Ability. Не очень понимаю, почему. Наверное, не там ищу. Парагон Шиби. Сейчас мы найдем ее здесь. Ability. Вот она. Ability Circling Volves. Отличный у меня английский язык. Вот она этот. Давай сейчас протубим немножко. Так, единственное, что хотелось бы сделать, это все-таки levels выбрать Mapchar 2, потому что у нас этот гражданин на карте Mapchar 2 должен быть. Да, и, соответственно, наша гражданочка тоже должна быть на Mapchar 2. Выносим ее снова сюда. И определяем ей место. Вот так вот. Наверное, даже камушек этот мы немножечко подвинем сюда. Сольем их. Чтобы поближе были. Во. Сейчас посмотрим, как теперь это будет. В общем, вот название. Сейчас я скину сюда название, чтобы было понятно, что набирать. Вот что надо набирать. Вот так это называется анимация. И, соответственно... Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть.
Ну да, в принципе, то, что я и хотел. Только единственное, цикличное и не в ту сторону смотрят. Развернем ее на... На 60 и поставим некоторые ограничения. Например, нам не нужна цикличность. Да, нам не нужен лупинг. И нам, скорее всего, нужно будет, чтобы она проигрывалась не сразу. А, нет, в принципе, и так норм. Вот то, что я и хотел сделать. То есть она просто представляется как маг и встает в позу. Не боевой позы нету, к сожалению, поэтому встает в такую позу. Вот. Если, кстати, сравнивать вот качество материала, да, вот Шимби, вот это вот, то есть она просто стоит нормально, а этот как пляшет, что ли, я не знаю, как что с ним происходит, тоже вообще непонятно. Если в реале увидеть человека, который так двигается, то единственное, что придет в голову, это вызвать врачей. Вот, собственно, теперь мы давайте сделаем выбор. Нам нужно курсором навести и, соответственно, нужно будет потом сделать подсветку. Тоже еще тот. У нас подсветку мы уже делали. Скорее всего, сделаем так же. При наведении сделаем подсветку. Так, чтобы у нас работала подсветка. Где она у нас тут есть? Это у нас, по-моему, рендер должен быть. Рендеринг. И рендер custom depth, да. И у нее то же самое. Где рендеринг-то? Вот он, рендеринг, да, рендер custom depth. Вот, теперь они смогут у нас подсвечиваться. Значит, сюда нужно у нас... Какие у нас здесь? Вот light mask какой-то есть, вот какой-то постпроцесс есть. Он почему-то именно тут. Давайте сделаем его, наверное, побольше. И поставим ему постпроцесс материал. Да, мы ему поставим материал, который у нас... Asset Reference Out PP Outline Inst. Вот, теперь они у нас подсвечиваются оба. Но нам нужно будет сделать, чтобы они не подсвечивались. Давайте, значит, отодвинем этот. Так, они у нас что-то постоянно теперь подсвечиваются. А, у него что, у него включена галочка везде, что ли, работать? Точно. Да, у него стоит галочка работать везде. Ясно тогда, понятно. Значит, вообще на среде он находится, пускай там валяется. Так, давайте отключим у них, у обоих этот Custom Depth, мы просто будем вручную включать его. Так, ее и его Render Custom Depth. И давайте на мини-карту зайдем на нашу MapChar, зайдем на это у нас Safe Level, Open Level Blueprint. И получим к ним доступ к одному и ко второй. Так, правой кнопкой мыши и выбираем. Отлично. Здесь мы нарисуем логику курсора, которая нам нужна. Так. Отодвинемся. Значит, чтобы... Блин, сейчас еще вспомни, как это делается все. Get Player Controller. Get player controller, mouse, convert mouse, get mouse position, get input mouse delta.
Вот она, Get Mouse Position, Scaled. Нет, нет, совсем не это. Так, нет, тоже не это. Так, у меня же есть, по-моему, какой-то из плеер контроллеров, который уже это делает. Мне проще там посмотреть, чем вспоминать. Да где ты? Interactive Actor. Сейчас мы тут сделаем. Это у нас уже взаимодействие, получение данных предмета. Триггер на сундуки, инвентарь и склады. Это тоже не то. А, вот она, механика выделения. Вот она, как это называется, Get Hit Result. Вот. Вот, идем на MapChart 2. И здесь набираем Get Hit Result. Так, и нам нужно Under Cursor for Objects. Объект типы. Сейчас посмотрим, кто это у нас. Объект тип какой у нас? Это есть вообще объект тип-то? Коллизия это должна быть. А, вот коллизия, да, физика с актор. И этот у нас, скорее всего, тоже. Охренеть, сколько материалов тут. Скорее всего, тоже, да, тоже физика с актор. Значит, мы просто сделаем. Так, PC World Map мне не нужен. Значит, мы в объектах выберем только Physics Actor. Это единственный, кто нам нужно. Там у них, по-моему, Physics Body. Да, да, Physics Body. Это единственное, что нам нужно здесь выбрать. И нам нужен теперь Event Tick. Event Tick. Который у нас, соответственно, делает следующее. Branch. Втыкаемся сюда. Соответственно, если у нас false, да, идите сюда, мои господа. Если у нас false, то этот товарищ у нас set render custom depth выбираем. Соответственно, и у второго точно так же. Можно причем даже копировать. Они одинаковые, skeletal mesh одинаковые системы. И, в принципе, если у обоих, то у обоих просто false. Вот. Блин, длинноватое название, ну, что поделать. Вот, у обоих false. Соответственно, дальше. Если у нас true, значит, мы курсором по кому-то из них попали, то, соответственно, нам нужно что делать? Нам нужно сравнить, кто это именно. Если он у нас вот этот товарищ, значит, на нем мы сделаем set render custom depth, да? Так, надо сначала поставить branch, а теперь мы ставим, если он, то, соответственно, render custom depth галочку ставим. А вот этому false. Так, давайте мы, знаете, как сделаем. Мы слишком много всего вот этого ставить. Надо как-то сделать поменьше, значит. Давайте мы set сделаем, превратим это в макро. Set mail, да? Set mail. И здесь мы поставим вот так вот. Это у нас mail. Это маг мужского пола. И, соответственно, здесь мы сделаем. Это у нас set female. Collapse to macro. И здесь set female. Female. Вот. И, соответственно, здесь точно так же сделаем. Валы. И вот так. Готово. Такие вот простые макросы, они очень маленькие и очень удобные. И теперь мы можем сделать следующее, мы просто можем тыкать вот их. Set mail мы ставим здесь галочку true. Set female мы ставим здесь галочку false. Дальше, если у нас этот, ой, вот сюда, да.
Вот, соответственно, если мы его выберем, то у нас female не выберется. Если у нас neon, да, проверяем теперь, если он у нас female, да, где у нас ссылка на female. Скопируем ее, вставим сюда. Вот эта ссылка у нас на mesh female. Если это у нас не female, то мы просто делаем вот так же. Точнее говоря, если это не male, но female, то мы снимаем галки, переключаем то на female. И, соответственно, если false, то мы просто делаем вот так. Тоже false. Вот. Если бы мы это все не засунули в маленький макрос, то здесь была бы такая жопа огромная из макаронин. Не люблю такие жопы. Готово. Теперь попробуем, посмотрим, как это работает. Заходим на карту. И теперь у нас работает. У нас подсветка работает. Мы теперь можем... не везде, правда, да? Я так понимаю, это вот из-за этого, да? Надо галочку поставить. Trace Complex. Ой, не здесь. Извиняюсь. Здесь надо галочку снять. Trace Complex. Я перепутал. Не одеть, а снять. Вот, и теперь мы сейчас попробуем... Да-да-да, да, можно теперь за пятку даже зацепить, и вообще отлично, здесь, правда, не зацепляется за коленки, я не знаю почему. Что такого особенного, здесь кто-то мешается, я не знаю. Ну, в принципе, в любом случае, здесь никто не мешается, а здесь кто-то мешается. Здесь никто не мешается. Да, здесь никто не мешается. Все включены, у всех все работает, и это ладно, это вообще из другого уровня. Да. Ну ладно, в принципе, не так уж и страшно, если коленка не подсветится. Главное, что мы добились этого. Добились, и, по-моему, норм. Мне кажется, норм. Представление мага с таким спецэффектом вполне даже норм. А это просто пляшет, как дурак. Теперь нам нужно ткнуть кнопкой на выделенного персонажа. И, соответственно, он должен выбраться для создания. Поехали. Следующее, что мы сделаем, это нам PC Arena Base теперь тоже не нужен. Значит, female, male. Теперь, когда мы нажимаем... А, да, кнопка create нам теперь не нужна, да. Теперь нам нужно сделать это... Нажать клик, да? Так, left... Маус. Находим left mouse button. Прямо здесь можно. И теперь нам нужно определить, кто у кого из них, соответственно, кто из них выделен. Берем. Это у нас mail, да? Get render. Get render. Custom depth pass. По-моему, вот это. Get render custom depth. Да. И, соответственно, мы определяем, кто из них на данный момент выделен. То же самое female. Get render custom depth. Так, и давайте мы здесь сделаем следующее. Если это у нас... Если это у нас мужичок, то, соответственно, мы пишем male. Да, если это у нас женщина, то мы напишем через print string female. Мы ее сейчас убедим. Да что ж вы не можете встать-то? Female. Мы сейчас убедимся, что это действительно то, что мне нужно. Потому что я не могу быть 100% уверен, я этой функцией не так уж и часто пользуюсь, чтобы запомнить ее наизусть. Так, это male, а это female, да, все правильно. Это именно те самые, что нам нужно.
Вот. Теперь определяем следующее. Даже, наверное, вот эти мы оставим. Да. И мы можем вот не так, вот так. Значит, вот так. И, соответственно, давайте мы это тоже засунем в макро. В макро. Get current. Или как-то выбрано choice, да, choice выбрано, choice z. Можно так написать? Choice z. Get choice z. Сейчас посмотрим, можно ли так написать. Selected. Я перепутал, извиняюсь. Английский у меня так себе. Selected. Get selected char. Char. Вот. И, соответственно, в этом макро мы делаем следующее. Если у нас вот этот true возвращается, то мы возвращаем mail, да? А если у нас здесь true возвращается, то здесь female. Да что ж ты делаешь-то? А что с меня на female так ошибки лезут? Вот. И давайте мы воткнем сюда false еще один и напишем not selected. Вот. Теперь у нас есть макро, который определяет, какого персонажа мы выбрали, и, соответственно, и дальше мы возьмемся за кнопочку, которая там есть. Надо теперь найти эту кнопочку. Надо найти этот виджет, который у нас там работает. Game tool tip UE. Так, select char. Где тут select char? Change char, вот она, да? Да, вот она, кнопка create. Вот это нам нужно вызвать. Да? Да. Берем, копируем вот это. И, соответственно, сюда. Значит, что мы делаем? Если у нас mail, то... Так, там у нас, соответственно, select это где они у нас... Они у нас из, имена-то из таблицы берутся, да? Да, из таблицы. Значит, следующее мы делаем. Где наша таблица? Которой мы пользовались. DTChar preset. Вот она. Таблица DTChar preset. Итак, вот у нас Mac, да? И нам нужно здесь создать еще одного мага. Только женского пола, да? Или не создавайтесь женского пола. Здесь уже, в принципе, Меша уже притянут за уши. Давайте создадим еще одного мага. Который у нас будет... А, я не помню, как там у Шинби. Шинби Вульф, Шинби Династи, Шинби Джейд. Ну, просто Шинби. Хелс, да, точно так же будет. Mana preset legal name mapchar 2, как у того мага. Соответственно, animated, animbp, это мы еще потом сделаем. Это у нас маг, и давайте мы сделаем здесь... А хотя, в принципе, не будем ничего делать по полу и так. Не будем здесь писать дополнительный параметр, как пол. Потому что у нас такого в игре не будет, разделения по полу. Панель икон. Находим панель икон. И сюда выбираем на стрелочку тоже точно такой же. И локация, соответственно, точно такая же. А единственное, что локация, ротация. Не очень понятно, что это значит. Я уже не помню. А, камера... Face икон. А, это камера. Я понял, все. Да. Это уже в самой игре, где должна располагаться камера. Это мы потом дойдем до этого. Итак.
Соответственно, значит, что мы здесь делаем? Нам нужно выбрать. Дата табле, да, нам нужно дата табле row, мы выищем char preset, и у нас 1.2, это, соответственно, товарищи вот это вот, Mac и не Mac. Так, давайте упрощать себе жизнь, вот это пока все выглядит достаточно сложным. Ну, точнее, можно, конечно, так накидать этих макарон, но я не сторонник. Так, нам нужно, знаете что? Нам нужна таблица для char preset. Я так не помню. По-моему, ее нет. Я ее не вижу. WebQGet, GameLogic. Может, тут где-то есть? Нет? Нет. Значит, создаем blueprint функцию. Это у нас blueprint function library bpf, и она у нас будет называться char data. Так, напишем, что это у нас get функции. Получение данных из таблицы, и вон та таблица у нас dt char preset, вот так вот. Вот что у нас будет делать этот blueprint function, и первая функция, которую мы создадим, это у нас будет называться get, давайте у нас get mail, да, напишем get mail by map, вот так вот напишем, да, get mail row name by level. Вот так вот все просто будет, достаточно тоже у нас pure const. Значит, здесь у нас data table, где у нас data table, row. Здесь у нас char preset и, соответственно, by level. Здесь у нас level name. Это у нас string. Значит, что у нас имеется здесь? У нас здесь есть preset level name, да, поэтому мы level name тоже name делаем. Name. Вот у нас preset level name. Соответственно, нам все-таки придется добавить этот параметр, чтобы не усложнять себе жизнь. Потому что иначе это все будет константа. Да. Это значит, что помимо таблицы придется работать еще и с другими данными. Ну, то есть в программе вносить изменения. Где у нас schar-info? Char-info. Вот у нас товарищи, да, и здесь нам нужно выбрать пол. Пол у нас по-английски вот так вот. Да, другого у нас варианта нету пола. А, гендер еще есть, да? Да. Да, есть гендер. Давайте гендер выберем. А то за секс могут закрыть. Гендер. Соответственно, нам нужен enum. Обычный enum. Создадим enum, который у нас будет называться e-gender-тип. То есть тип пола. Можно было бы и булев, но булев некрасиво, неудобно. А здесь у нас просто male и female. Вот и все. Вот такой вот enum. И, соответственно, здесь мы ищем e-gender тип. Готово. По умолчанию все мужского пола. Значит, дальше что мы делаем? Мы делаем следующее. Берем data table.
ищем дата табли roNames. GetDataTable, она у нас, значит, делает следующее, перебирает все ключевые имена в таблице. Мы делаем здесь for each loop with black, да. Get, давайте на выберем здесь get row name, просто get char row name by level, да. Да. Не будем мы указывать мой female, вместо этого мы здесь просто указываем параметр gender тип. Сразу просто выберем male или female, да? Вот, и здесь делаем следующее, for each loop with break, втыкаем сюда, перебираем нашу таблицу, и в ней перебираем следующее. Первое, что у нас должно быть, это совпадение левела, да? Левел у нас должен совпадать с level name. Значит, делаем знак равно, и сюда вписываем level name, который мы вбили как переменную. Значит, вот это у нас должно совпасть. И после этого у нас должно совпасть. Так, я не понял, почему у нас char preset не совпадает. По-моему, мы не там изменения внесли. Это у нас структура char preset, я не туда внес. Да, char info. Я не туда. Да, я не туда внес, извиняюсь. Char info нам не нужно выносить это. Нам нужен char preset, вот он, char preset. И вот здесь мы создадим переменную gender. Ей gender. Готово. И теперь она у нас появилась здесь, да. Все верно. Рефрешним. Теперь gender у нас тоже должен совпадать с gender тип, который у нас приходящий гендер тип. Если и он совпадает, то мы нашли того, кого искали. Вот так это работать и будет. Так, наверное, даже лучше, потому что нам не придется пользоваться константами. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно ключевое имя достать, правильно? Да. Соответственно, нам нужно array элемент превратить в локальную переменную. Мы сохраняем ее сюда и закрываем этот цикл. А в return value мы втыкаем нашу переменную. Return value. Написали. Таким образом, мы получим ключевое имя персонажа по уровню, где мы находимся, в каком уровне, да, и по его гендерному признаку. Ну, так можно получить и по разным другим составляющим, без разницы. Вот, теперь давайте мы засунем в категорию, это у нас будет BPF, Data, Table, да, и, соответственно, DT, Char, Preset. Вот такая вот категория. PPF, DataTable и DT char preset. Чтобы знать, откуда это берется. Теперь нам нужно сделать следующее. Теперь у нас есть замечательная эта функция. Get char row name by level. Вот она у нас. Значит, что нам нужно сделать? Вот у нас male, female, да? Мы, кстати, можно даже сделать следующее. Вместо этого мы можем просто сделать функцию, которая у нас будет selected, да? Нет, нет, так будет сложно. Это тогда придется макрос переделать в функцию. Пускай останется макрос. Level name. Как узнать у нас, какой... Нет. Current setter get current get streaming level package name говорит нам узнать, кто это у нас. Mapchar 2, то в принципе вообще до лампочки.
Это же у нас карта и так константа, какая разница? Можно сделать, чтобы не было сложностей с кучей возни вот этих написаний констант. Здесь current level name, вот так вот написать, и здесь возвести в name. Да, и можно приватно еще сделать, и здесь укажем, что это mapchar 2. Вот, тогда нам просто будет так достаточно втыкать. Вот у нас char name, мы просто в три сюда втыкаем и все. Так, если это у нас mail, то мы делаем вот это. Да? Mail. Если у нас это не mail, то мы делаем это. Только здесь указываем female. В принципе, и все. Можно было, конечно, это еще сократить, но тогда агент селекта чара придется превратить функцию. Ладно, давайте превратим функцию. Хватит болтовни и геморроя. Давайте мы создадим из этого функцию. Назовем ее функцию. Get selected char. Я просто, меня совесть замучает из-за вот этой кривизны. Так, соответственно, если это у нас return value, давайте здесь return value. И здесь мы делаем следующее. Мы указываем return. Это у нас selected, да? Вот. Selected. И дальше мы указываем gender type. Если у нас selected, то мы указываем, какой пол выбран. Здесь male. Здесь у нас selected female. А здесь у нас not selected. Вот и все. Можно сделать pure const для удобства. Да, и можно сделать еще ее приватной, чтобы она не была доступна во всех других местах. Не создавать мусор. Готово. У нас возникла проблема. Selected char мы можем удалить. И теперь мы вытаскиваем эту функцию. Ставим сюда branch. Тыкаем сюда selected. Это можно удалить, а это можно вставить сюда вот так. Вот так вот место занимает меньше. Вот. Соответственно, gender type мы сразу втыкаем туда. Это занимать место стало чуть больше, но зато у нас не будет вот этого огромного такого же куска. Готово. Что ж, давайте проверим, как это работает. А, черт, error. Owning player здесь так не бывает. Извиняюсь, нам нужно заменить owning player на player controller. Вот так вот тыкнемся. Готово. Давайте выберем нашего мужика, чтобы... О, господи. Чтобы убедиться, что у нас не поломался предыдущий код. Как это бывает обычно. NPS transfer у нас уже пишет ошибку. Ищем NPS transfer. Это скорее всего потому, что я внес изменения в таблицу. Да, у нас произошли изменения в таблице, и здесь теперь вылетает эта ошибка. Ну, refresh проблему решает. На самом деле, рефрешить теперь придется везде, где эти структуры. Готово. Запускаем. Запускаем. Выбираем Great Magic. Выбираем нашего колдуна. И мы попадаем на сцену создания колдуна. Отлично, это все работает. Единственное, что у нас теперь не удалилось, это виджет. Remove from parent надо было нажать. Да, надо было сделать remove from parent. Очень любопытно. Так, теперь осталось его найти.
Таки можем мы это все можем перенести. А, нет, да. Можно было, конечно, все это перенести на виджет. Ну, тогда здесь доступ к этим мешам получить проще, чем там. Так, как мы это решим? Мы это решим следующим образом. Так, как, где это? Вот этот виджет change HR, да, у нас происходит он, да. У нас... Ну, можно самым простым действенным способом, это get widgets of class. Это самый простой способ, это найти все виджеты, которые у нас имеют класс change char. Наверное, так мы и сделаем, так будет быстро. Здесь мы for each loop, и здесь мы сделаем remove from parent. Это самый простой способ, как эту проблему решить. Соответственно, более сложный способ — это довести до сюда ссылку, либо при create char, как только эта функция вызывается, она должна удалять тот самый виджет по ссылке. То есть ссылка эта должна быть на месте, чтобы лишний раз не дергать вот этот цикл. Ну, то есть лишний раз не заводить циклы. Как мы знаем, каждый цикл, он с миру по нитке, но процессор съедает. Так, выбираем. Выбираем нашего господина. И все, виджет закрылся. Да, теперь мы создаем персонажа. Отлично. Да. Теперь давайте делать нашу женщину. Пейс трансфер закроем. Это мы пока закроем. Это закроем. Это change char закроем. Сколько там время уже? О, время уже прилично, да? Значит, теперь мы попадаем в меню персонажа. Соответственно, давайте мы дальше теперь перейдем в следующий. Следующий левел — это у нас create char map. Это можно закрыть. Открыть теперь это. Вот create char map. Значит, здесь мы должны загрузить. Как-то у нас работает, я уже не помню. Здесь вообще ничего нету. PS My Menu. Так, spawn new char, да? Spawn new char. Это просто spawn new char. Нам нужно найти, где это у нас PS My Menu, где у нас создается персонаж, и отследить, где там это. Я уже просто подзабыл. Вот у нас идет change HR, move to level, да? И, соответственно, это у нас выбор персонажа. У нас вот role name char и create char map, да? Create a new char. Переход на сцену создания. То есть, по идее, если мы сейчас запустим, запускаем. Не похоже. Не, они не похожи. Давайте узнаем, какой сюда у нас левел приходит. Ну, точнее, вот ключевое имя. Должно приходить номер 2. Приходит нон. Все замечательно. Так, где-то на MapChar, может, ошиблись. Может быть, где-то здесь ошиблись. Так, я не то открыл, извиняюсь, левел blueprint map char 2.
И давайте посмотрим, что мы здесь получаем. А, мы, по-моему, в таблице-то не настроили нифига, точно, что я туплю-то. У нас она не настроена. У нас она, давайте, будет female. И теперь она у нас есть. Name instance пока не работает, все остальное не работает. Я просто забыл указать пол. Скорее всего, из-за этого мы и получаем none, потому что у нас нету в таблице женского персонажа на этот уровень. А нам он нужен. Давай, открывайся, открывайся. Да, теперь вот она у нас, пожалуйста, есть. Замечательно. И нам можно теперь с ним играться. Довольно много заняло это время. Времени вот это все. Так, теперь по поводу того, что там у нас происходит. У нас там загружается персонаж. И он у нас должен... принимать какую-то позу. Ну, вот та поза, которая там, мне она не нравится. Это просто Т-поза. Да? Потому что если мы выберем другого, у него там другая. Так, где у нас Create Char Map? Открываем снова его. По-моему, я... А, точно, да. Косяк. Давайте откроем Map Char обратно. Вот это вот вырежем и обратно вставим. То есть мы просто вырезали и вставили, и таким образом у нас вот этот предмет переедет на ту карту, которая выделена. Открываем обратно Create Char Map, теперь его здесь нет. То, что и нужно. Теперь по поводу этого манекена. Манекен у нас принимает все эти данные, да? Точнее говоря, у нас здесь создается персонаж. По указанному ключевому имени. Ну, пошлите дальше искать, где у нас это все делается. Делается это здесь. PS Main Menu. Снова идем Move to Level, ищем, где у нас это происходит. Finish Move to Level. Так, 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 так. Spawn Char по ключевому имени. Да. Это у нас кто? Create HR UI. Да. И там у нас происходит. Я даже догадываюсь, что это именно. Где-то он здесь. Create HR. Вот он. Да, вот здесь вот у нас спаун происходит. Спаун HR ноды. Итак, значит, делаем следующее. Здесь у нас он спавнится, да? Spawn local char. И здесь мы внесем некоторые изменения. Изменения будет касаться следующего. А нам нужно, у нас есть anim instance один, да? Нам нужно сюда добавить еще один anim instance, который будет называться create char anim instance. Вот. Значит, какая его задача будет? Его задача будет просто проигрывать ту анимацию, которая нужна при создании персонажа. Поскольку Шинби это достаточно емкий персонаж с огромным количеством анимаций, это все можно использовать в меню создания персонажа. И для этого нам нужно будет сделать следующее. Нам нужно будет найти структуру, найти char preset, да, и здесь добавить еще один anim instance, который будет называться create char anim instance. И, соответственно, anim instance класс. Можно его повыше поднять. Вот так вот. Повыше даже. Create char anim instance. Вот. Рефрешить придется очень много.
что поделать. Вот, и, соответственно, значит, делаем мы следующее. Вот у нас персонаж создан, да? Замечательно. А теперь дальше мы делаем следующее. Нам вот это вот. Тут опции какие-то загружаются, да? А нам нужно сделать следующее. Так. Загрузить на него, в него анимацию и все остальное. Ну, вообще-то, только анимация. Да. Делать мы будем это следующим образом. Достаем. Достаем его скелетал меж. Мне нужно только get. А, мне нужно только mesh, извиняюсь. Get mesh. Set anim instance. Set anim instance класс. А здесь мы можем назначить анимацию. Точнее говоря, anim blueprint назначить. И давайте мы создадим. А, и еще кое-что нужно здесь сделать. Здесь, где у нас blueprint функция? Вот char data, да? И здесь мы создадим еще одну функцию. Можем прям копировать отсюда. Get create char anim in instance. Вот так она будет называться. Давайте вот это все. Вот это все удалим. Даже, наверное, вот это все удалим. Здесь только у нас будет role name. Да, и здесь у нас будет вот это вот char preset. Char preset. И сюда мы воткнем вот это вот create char anim instance. Только здесь напишем return value. Готово. Значит, вот эта функция, она у нас просто будет local valtork. Удалим еще тоже. Эта функция у нас просто будет выводить anim instance вот этого персонажа. Кстати, row null form надо тоже делать. Здесь я его не сделал. Здесь я его... А, здесь он и не нужен. Здесь все равно будет какой-то результат. Row null form нужно в любом случае сделать. Иначе будет проблема. Теперь можно это закрыть. Char preset может закрыть. И здесь мы делаем следующее. Get create char anim instance. Вот такая вот маленькая замечательная функция. У нас уже есть row char. Мы его уже получили. И мы втыкаем сюда у нас char anim instance. Вот. Соответственно, вот это вот оттягиваем. Оттягиваем все подальше. Да? И здесь мы добавляем anim instance. Вот от этой макаронины избавляемся. Втыкаю сюда персонажа, и все готово. Вот. Поскольку у нас anim instance никакого нету, мы его сделаем. А сделаем мы его, наверное, в следующем уроке. Ну, точнее, в следующем видео. В следующем видео мы его сделаем. Anim instance нашего персонажа. На этом все. Всем спасибо. Проверьте, чтобы у вас все так же было, если вы так же делаете. И до следующего раза. Пока.